to vote. Voting ends on June 10th, 2011. Я голосую за книгу и Руби, кто смотрит в 2025-м. Я голосую за Огонька, я голосую за Льдинку, я голосую за Монету. Блоки появился дважды в одной сцене. Забавный факт. 30 персонажей стоят в алфавитном порядке. Несуществующий, дерево. Я голосую за Маркера, Бомби, Победи, Ея, Маркер, Бомби, Фри. Я надеюсь, теннисный мяч в безопасности. Моя реакция на это в 2024-м. Добавьте, пожалуйста, Руби. Дора, несуществующий. Да блин. Несуществующий. Честно говоря, я без понятия, почему такое происходит, я серьезно, у меня нет идей, почему люди продолжают голосовать в эпизодах, которые вышли более 10 лет назад. У меня есть одно предположение, что это абсолютно не какие-то фанаты Ош или BFDI, а буквально занесенные рекомендациями Ютуба люди, которые, не разбираясь в происходящем с каналом, делают такие неосмысленные вещи. На самом деле, я тоже делал так один раз. Еще до выхода Типот 2 я зачем-то проголосовал за вентилятор под первым эпизодом, но в свое оправдание скажу, что тому эпизоду был лишь год, и я был не очень умен, а на данный момент показанным в видео эпизодом уже более 10 лет, и наверное это никогда не закончится, и люди будут продолжать приходить, и голосовать уже в завершенном шоу. Спасибо за просмотр, всем удачи, и пока.